Жарко. Все в футболках, а мы в куртках. Босиком дети такой чистый голый. Ну да. С капюшоном. Обязательно надо было одеть, чтобы капюшон был. Ну а что ты сказала сама? Ну вначале мне было холодно, да, а теперь мне жарко. Посмотри, какая красота вообще, как водичка блестит. Дети вообще раздеты. Отсюда летом, да, классно так вот купаться. Прыгнул и поплыл. Класс. Ой. Какая красота, ну просто... Да, пошли. Я вытащила камень. Нашла какой-то камень. Води его, притащила. Купалась. Глянь, какой там аттракцион, смотри, как съезжают. И бесплатно так просто, наверное, катаются и все. Сюда-сюда. Классно. Ну ты видишь, там по трубе он съезжает. Да, вижу. Да, как интересно. Уже покрытие такое. А вон, смотри, какие лазилки такие вообще. Классные. Да, тут вот замок такой лазить. Ой.
деревьев, ствол которых листиками обвит. А кто-то сюда на ком-то пролетел. Да-да. Ну, выглядит симпатично. Ну, это правильно. Зелененько так. Дерево зелененькое. Ну, а почему? Может быть, он ему тоже неплохо. Да, да, ему зачем свои соки, да? То, что он добывает на земле воду, ему не надо. Ну, это смотри, как зеленое дерево. Ствол зеленый. Очень даже симпатично выглядит. Это дерево дохлое, да? Нет. Зеленое, все нормально. Ну, да. Дерево только ну, хоть что-то зеленое, слышишь? Я говорю, дерево только не очень, потому что не хватает ему самому. Да. А это вся фигня. Все соки выжимает. Ой, смотри, какая гора. Что я уже устала подниматься. А вот на еле, видишь, такая фигня не растет, потому что там соки ей не нравятся. Паразиту не нравятся соки? Ну, да. Ну, чем она нормальная, смотри, только на верхушке зеленая, так голая. Ну да. Ох. А вон дупло, смотри. Возможно, там кто-то живет. Сейчас я посмотрю. Сейчас оттуда вылезет. О. Белочка. А ну, посмотрим. Никого там нет? По-моему, никого. Ну ладно. Речка там бежит. Шумит. Пойти бы на речку глянуть. Богдан торопится. Он все время куда-то торопится. А? Он слышит, что-то шумит. Наверняка там речка бежит. Такой подъемчик хороший. Вон на какую высоту мы поднялись уже. Над озером. Thank you.